Графика Натальи Абалаковой. Тема раковин предшествовала теме железа. Коллажи Натальи Абалаковой периода действия тотального художественного замысла. Коллажи выставлены были в 1982 году на первой выставке «Эптарт» в квартире Никиты Алексеева. Body Dialogue. Диалог Бойса с Бойсом. Ряд коллажей используют в качестве своего материала обрывки журнала «А я», выходящего в Париже с 1980 года. «Черная дыра». Азиатские мотивы. Поэма о треугольнике. 81 год. Этюды к будущей красной комнате. 84 год. Работы комендантской серии и предваряющие тот арт. Период работ, когда Абалаковый и Жигало отказываются полностью от живописи, осуществляя только акции, перформансы, делая проекты, тексты, графику, связанную с перформансами. Один из проектов. Ранняя графика Жигалова конца 60-х годов. «Железный занавес» из эскизов к «Красной комнате» Абалаковой. Общее название работы – это «Совершенно реально». В 85-86 году была осуществлена живописная акция Балаковой, сделан фильм. «Стул не для вас, стул для всех» – эскиз к объекту, который был выставлен в 1982 году на выставке «Эптарт». «Красный олень» Наталья Балакова. Работа Абалаковой, Жигалова, Глеба Олейникова и Игоря Олейникова. Это мейл-арт акция 1985 года преследовала целью вторжения искусства в реальные социальные условия. Были задействованы два почтовых участка. Проекты Жигалова. Золотой квадрат, золотая перчатка. Рассказ. Текстовая работа с участием
Тотарт-газета 1986 года. Использование газеты как материала начинается с 1984 года. Ноги. Работы 1989 года, где идея обрисовывания ног, рук. Руки, ноги, топоры и решетки являются одной из главных тем новой живописи Жигалова 1987-1990 года. Круг из рук и ног. Ту самую для нас любимую вожделенную эпоху, которую мы так мало знаем, и когда человека видишь такие, да? Но во всяком случае, единственное, что могу что сказать, что если на что-то можно надеяться, то только не на Запад. Все-таки надеяться может только на то, что наконец все-таки здесь что-то произойдет. И при... Графика Анатолия Жигалова, где важную роль играют ватный ватник и ватные штаны, как две самостоятельные начала, мужское и женское. Тема графики, предваряющая будущая картина, рассматривает как бы тему природы, культура, мужчина и женщина, противоречия, свободы, несвободы и так далее. Ироническая, перекликаясь с авангардом, с темами конструктивизма, черного квадрата Малевича и так далее. Большой триптих Жигалова, разработками которыми были эти графические листы. Тема ватника и ватных штанов, заплатки как черного квадрата и так далее. И центр с надписью «Жить можно в ватнике, но без свободы жить нельзя». Работа 1980 года «Солнцеворот». Фотоакция. Каждый час снимался железный ящик, случайно обнаруженный на поле, недалеко от квартиры, где живут Абалакова и Жигалова. В течение суток снимался этот ящик. Акцию 22 июня.